С 1 апреля максимальный размер кредита в рамках программы «Льготная ипотека» увеличен с 3 миллионов до 6 миллионов рублей. Использовать его можно на покупку новостроек в нашем регионе. Льготная ставка по договорам, заключенным с 1 апреля, составляет до 12% годовых. Для граждан, которые взяли кредит до 1 апреля, ставка останется прежней – до 7% годовых. Срок действия программы не изменился. Получить ипотеку на льготных условиях можно до 1 июля текущего года. В рамках семейной ипотеки кредиты по льготной ставке до 6% годовых можно получить на покупку жилья или строительство частного дома. Взять такой кредит могут семьи с ребенком, рожденным после 1 января 2018 года. Максимальная сумма кредита по этой программе зависит от региона. По сельской ипотечной программе ставка останется на прежнем уровне – 3%. Все условия ипотечных программ, которые действуют в нашем регионе, вы можете узнать в ближайшем отделении банка.